что в Ланской больнице имеется такая стоечка, имеется оборудование, и да, по возвращению в район мне бы очень сильно хотелось развивать данное направление и улучшать качество жизни населения. Виталий из династии врачей приехал из Колыванского района. Уже 6 лет отучился по целевому набору. Продолжает по такой же программе в ординатуре. Через 2 года вернется обратно в родную Колывань. Когда я поступал, у нас был простой отбор по результатам единого государственного экзамена, с которым мы успешно справились и в составе 3 человек отправились учиться в медицинский университет. Ну и все доучились? Вот уже. Да, все сейчас доучились и также продолжают по целевому набору учиться дальше. И все вернутся? Безусловно. Только 2% целевиков не возвращаются обратно, а остальные после окончания вуза трудятся в центральных районных больницах. Все чаще в последние годы контракты стали заключать и медучреждения Новосибирска. В мегаполисе тоже надо решать кадровый вопрос. Пробовали и раньше, но не все получалось, вспоминает проректор по воспитательной и социальной работе медуниверситета. 5 лет назад обнаружили, как много троечников среди студентов-целевиков, почти 3/4 ребят. Была такая ситуация. Она была для нас, ну так скажем, потрясением определенным. Почему? Потому что на самом деле целевой студент – это уже вот конкретный работник больницы, да, он прикомандирован к нам для получения высшего медицинского образования, и он учится таким образом, что приехав к себе в территорию, в свой район, а знаний-то особых нет, а тебя сразу же в окоп на передовую пошлют, да, тебе там сразу же будет работать. Ситуацию решили изменить коренным образом. Организовали регулярные встречи с руководителями ЦРБ, с представителями Минздрава, сделали вкладыш в зачетную книжку. Там после каждой сессии расписывается главврач районной больницы. 60% бюджетных мест сейчас отдано целевому набору. 4 наших выпускников, целевиков после интернатуры, после постдипломной подготовки, получения сертификата специалиста, приступили к работе. Терапевт, 2 хирурга и рентгенолог. Уже 1.5 месяца они трудятся в Искитимской районной больнице. Анастасия вернулась в родной город с супругом. Он работает врачом в реанимации. В целом сейчас у нас все очень хорошо сложилось. И зарплата, которую я получила первой, меня абсолютно устраивает. Вот я 20 августа начала работать, 18 сентября нам уже дали ключи от квартиры. То есть жильем нас обеспечили, можно сказать, сразу, в течение месяца, даже меньше. Молодому хирургу Александру жилье не понадобилось. Свой дом недалеко от Искитима. Мне все здесь нравится. Вот я побывал во многих больницах города и могу сказать, что наша больница вот, Искитимская, она ничем не уступает многим больницам, которые находятся в городе. Так что дома, в родном районе, молодым специалистам помогают и стены, и высокотехнологичное оборудование. А в последние годы в Новосибирской области прошла большая модернизация медучреждений.